Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, и мы продолжаем играть в драконы в саднике Улуха. Так, забираем с тобой 30 рун. Так, сегодня у нас было какое-то обновление, друзья мои, так что... Опа, беззубик у меня. Какого там? 101 уровня. 305 лямов. А, 350 миллионов за одну, ребята, кормежку. За одну кормежку. Ты серьезно? Ты это не... Подожди, какая рыба? А, ну он полетел за этим. Так, какие-то тут тортики, смотрю, ребят. 350 лямов. Ну это же просто, ребят, охренеть можно. Ну согласись. Так, ну что ты там у нас? Сарделечка. Давай, показывай мне. Тусклый интерьер, да? Естественно. И по факту, наверное, выпадет тоже тусклый интерьер, да? Да, я чувствую, что... Да, именно на нем. Сарделька, давай, лети. А куда тебе лететь? Куда тебе, сарделька, лететь, когда тебе надо, наверное, прокачиваться? Пускай летит драконий край. А я вот эту вот булочку съем. Так, барсик. Ага, руны 12, а тут, наверное, 8. Нам по минималке, ребята, выдадут. Нет, нам выдали 12. Так, барсик. Летишь дальше у меня в подключение. 8 рун. То есть 12 получили, 8 затратили. Ага. Кривоклыка, мы все с тобой теребунькаем, теребунькаем его, а он все, ребят, сопротивляется. Понимаешь, да? Ну что, Громгильда, у тебя как там дела обстоят? Ты тусклый интерьер мне, да? Даешь. Давай, лети на ночных жутей. Пугай там, я не знаю, что ты там с ними будешь делать. Так, ну а я... А я пошел дальше собирать ресурсы. Так, я пока это трогать не буду. И глянем, что там у Йохана. Вот это я возьму. В принципе, больше мне от него ничего не надо. Так, братцы-драконы, пора делиться нажитым. Замечательно. Полетел. Ты тоже полетел. Тоже полетел. Так, это у нас рыбный. Так, перешкур. Ну ты что, будешь так же выпендриваться все? Ну конечно будет выпендриваться, ребят. Ровно половина. Половина этого круга. Не надо фризить. Не надо паники. Мы с тобою, блин, на Титанике. Так, этого отправляем. Что еще? Что еще у нас не отправлено? Это я заберу. Это я заберу, это я тебе отправлю, парень. Так, что ты там хрумкаешь? Когти. Бесплатно. Когти бесплатно. Так, секунду. Давай тогда мы нашего травоядника отправим тоже на поиски. Он у нас, как обычно, мухоморами там подчует. Ага, забрали. Начать сезон. Новый сезон, друзья мои, начался. $120 железа. То есть, получается, я свои те награды, друзья мои, не обменял, да? Даже паки не приобрел. Красавчик, Рэй. Так, громобой, шторморез, древоруб, пристеглов, вострозуб, защитник громовой. Так, здесь у нас шторморез, крылатый ужас, чудовище, защитник, ищейка. То есть, ну, как бы... Особо чего-то там такого редкого я не увидел, друзья мои. Так, здесь забираем и опять же его отправляем. Так, ну что, тебя отправляем за железом тогда.
За железом-то мы его отправили. $350 и $350. Ну давай его, наверное. Нет. А что за остров мелодий? Пускай летит на остров мелодий, ребят. Остров мелодий. Так, мы еще с тобой пак не открыли. И, кстати, надо посмотреть, есть ли какое-нибудь событие сегодня или нету. Монетки Водина. Так, загадочный пак. Громобой, штормрез, кошмарный пристеголов. Ну, здесь особо ничего такого не дали. Отказываемся, конечно. Что тут? Один день подготовка защитник Олуха. Дай-ка я гляну. А оно, друзья мои, на одну заходочку. А оно на одну заходочку. Стоп, подожди, а фиг ли оно на одну заходочку? Почему опять у меня три энергии было? Я не понял сейчас, ребят. Это что за подстава? Там было три энергии, ребята, не пять. Сфига ли, спрашивается? Защитники Олуха. Ну давай, морознорыл. Так хочется его назвать. Так, этого трогать не будем. Вот этого, наверное, зачем нахлобучивать пока. Живаку. Ну а ты что там хрюкала? Понятно, с тобой все. До свидос, кальвадос. Не, ну можно было хинуться, но я что-то подумал, что это не перспективно. Во-первых, он один остался. Во-вторых, это последняя волна. Смысл нам с тобой терять на отхил, когда вот так вот все сгодится. Так, друзья мои, крутим колесико, забираем с тобой рыбу, блин. Я уже хотел сказать, прилив сил, да нет. Обычно, ребята, тухленькая рыба. Ну и загадочный пак. Хорошо, тут практически через каждый поединок, ну, не считая... Да нет, в принципе, через каждый поединок мы что-то с тобой да получаем. Так, это у нас что за пак? Это необычный пак. Все, я вспомнил, ребята. Ну, необычный пак тоже пригодится. А вдруг что-нибудь необычное выпадет оттуда, да? Так... Ну, давай добьем. Ага. Так, друзья мои. Не очень приятная компания, я тебе так скажу. Раз, два, три, втроем сейчас будут ходить. Угу. И ты туда же, да? Так, ну что, через хил. Я боюсь, сейчас что-то убьют, наверное, да? Убили. Ну, мне пришлось, ребята, так сделать. У нас хоть и было здоровье полностью, просто для чего сделал массовую атаку, чтобы уничтожить этого и нанести повреждение вот этому. Давай глянем, что тут. Опять та же самая рыба. Опять прилив. Два прилива и опять эта рыба. И опять нам выпадает рыба, блин. Так, ну что, необычный пак забираем. Двигаемся дальше. После этого поединка нам достается ареновский пак, который будет содержать новичков. Вообще награды здесь ни о чем, конечно, в этом событии. Но и события, по большому счету, тоже, так скажем, ни о чем. По крайней мере, я никаких трудностей пока еще с прохождением не вижу. Я знаю, что вот эти вот чудовища очень мощные. Их надо... Их надо как можно, ребят, быстрее уничтожать. Так, понижаем броню. Ну, кривоклык не уничтожит, да? Да он еще и промахнулся. Ага. Ага.
Такс, ну... Вот ты говнюк мелкий, а? Игломет. Ну давай сделаем хил. Добьем этого. Дальше острозуб. Не, вот этого, наверное, будем бомбить. Хотя, подожди, он энергию отнимает. Тут типа капкана. Ого. Ого, влупил. Так, ну-ка давай. Он еще, друзья мои, мало того, что он мочканул довольно сильно, так он еще и на ускорение. Он ускорился, а нас он замедлил. Вот это фрейрок. Я тебе скажу. Ну тебе все равно крышка. Тебе все равно крышка, парень. Ну-ка. О, прилив сил. Все-таки выдали, ребята. Выдали нам прилив сил. Две штуки там. Был такой у него. Либо прилив сил, либо еще что-нибудь. Так, шторморез, громобой, пристиголов. Вот. Вот сфига ли спрашивается, друзья мои. Почему всего три энергии-то было? Я никак не могу врубиться. Всегда же давали по 5. Тут три дали. Такс. Давай заберем с тобой загадочный пак. Шторморез, пристиголов. Беззубик. Так, и необычный. Громоножка. Ну, громоножка у нас, ребят, есть. Разместить в ангаре. Хотя, да, в ангаре. Подожди, а у нас же какой-то новый друг. Блин, сколько, подожди, тут. Подожди, что-то мы тут. 750. Блин, нету мне столько рыбы. 480. Я же хотел сюда этого выставить. Скажи, и я скажу. Драконы. Так, мы еще и награды получаем, да? 30 рун. Спасибо. Так, мне нужно зайти на мой склад. Ангар. И нужен мне... Так, по редкости. Блин, да подожди ты, по редкости. Он же по... Блин, он обычный или необычный? По-моему, он обычный. Вот он. Разместить. Да бесплатно ты возвращайся, господи. Давай мы, наверное... Так, новый спас... Ой-ой-ой, что такое? Все, пускай теперь летит и собирает рыбу. А мы с тобой здесь заберем награду. 50. Так. Что я хотел? Я хотел... А, мы еще с тобой сейчас... соберем... Да... Не попали. Огнепек, ты достал уже. Вот серьезно тебе говорю. Какой-то обычный этот огнепек, блин, он не хочет прокачиваться. Посмотри на него, а. Давай. А, у меня не хватает. Отправить его. Что тогда делать? А, кстати, ты заметишь, что тут снег ушел, ребят. Тут уже типа весна во все. 750. 750 рыбы надо, чтобы построить этот... Ну, у меня нету.
Ну нету, ребята, у меня столько рыбы. Я знаешь, что хотел сделать? Мы с тобой руны берегли для чего, ребят? Для того, чтобы сделать постройку. Мы ее сделали. Теперь я хочу сделать вот что. Давно я это хотел сделать. Так, обычные. Погнали. Раз, два, три. Вознести. Так, а необычных. У нас, по-моему, необычный там. О! Сколько, друзья мои, размягчителей. И крылатых ужасов. Возносим. Такс, дальше. Раз, два, три. Так, редкие. О! Нормально пошло. Так, скользкопев. Возносим. Так, мне кто-то сказал, что можно разных, да? Нельзя, ребята, разных. Одинаково должны быть все. А кто-то там в комментариях писал, можно разных. Нельзя, ребята. Должны быть именно одной крови. Но тут получается все, да? Так, подожди, какой копировать? Обычные. Все, что ли? Больше ничего нету? Ну что, портал вознесения, ребят. Так, подожди, сколько тут? Осталось 90 из 100. Тут 990 из 1000. Ну что, обмениваем, ребят? Или подожди, что тут у нас вообще? Бронекрылый этот редкий. Давай посмотрим, что у нас вот тут. Ага, ага, ну тут тоже бронекрыл, ребята. Как-то не особо мне нравится вот этот вот нака. Тут, например, какие награды. Премиум ципа. Это все у нас есть. Не годится. Так, премиум. Этого нету, нету. Ну, либо вот эту, либо, ребят, сейчас посмотрим здесь. Наверное, я все-таки здесь обменяю. Подожди, почему-то... Так вот. Угу. И все? Ну вы что-то прям вообще зажали. Арка любви. Я бы даже сказал, это не арка любви, это половина арки. Сюда, ну сюда в принципе можно поставить, потому что здесь все равно, ребят, ничего не установишь. Блин, ну конечно набор, да. Кстати, 750 мы с тобой можем вот так вот. Два дня будет разбирать это все. И обычный ареновский пак. Шторморез. Душитель. Громыль.
И все. Сколько там надо? 750. Может быть, нам купить с тобой рыбный пак? А? Мы же можем с тобой просто взять, купить рыбный пак. И не париться, вот он. 50 стоит. Ты, блин, серьезно? Мне даже не хватило. Мне просто тупо не хватило, блин. Давай здесь попробуем, может, тут добьем. Все равно не хватило, а? 750 нужно, а у меня 609. Ну и вряд ли тут кто-нибудь захочет нам чем-то помочь. Ну что ж, друзья мои, тогда сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!